Все началось с основания корпорации Apex в 70-х и появления Кремниевой реки в Северной Корее. Уже тогда их технологии намного превосходили американские. Мы покупали все, что они продавали. Телефоны, планшеты и вообще почти все. А затем они стали выпускать оружие. Но мы и тут не устояли. Наши воины на Ближнем Востоке шли одна за другой. Все хуже и хуже. Даже после того кошмарного дня в Аль-Рияде мы продолжали воевать, пока наша страна трещала по швам. И также покупать у Apex в надежде на победу. После обвала доллара наш долг Северной Кореи подскочил до небес. Безработица тоже, и страна оказалась на коленях. Теряющая власть правительство объявило дефолт, и Северная Корея начала действовать. Каждая технология, которую мы покупали, была с двойным дном. Нашу технику отключили одним нажатием кнопки. Сначала нам говорили, что войска КНА здесь для восстановления США. Но после первых гуманитарных грузов была лишь жестокость. Они украли у нас свободу и независимость. Теперь Америка управляется КНА. Но она поднимется вновь. Ты и есть революция.